Дело в том, что свобода граждан, неважно от того, на чем они передвигаются, пешком, на велосипеде или на машине, она должна быть в равной степени. И запрещать, допустим, подъезд к каким-то административным зданиям, которые волею судей показались на пешеходной зоне, на мой взгляд, нелогично. Поэтому некоторые улицы, да, я согласен с тем, что они могут стать пешеходными, но не делать из этого тотального какого-то передела.